Друзья, всем здравствуйте! Представляю вашему вниманию два рабочих ножа «Лесник» из наличия. Давайте посмотрим поближе, что у нас получилось. Клинки на ножах. Сталь N690 концерна «Бёллер». Коррозионно-стойкие ножи для тех, кто любит минимальный уход, уважает по клинку. Железка очень чистая, хорошая по составу. Термичка на 61 единицу. Будут очень хорошо работать, долго держать заточку. Спуски 2/3. Фаска по обуху снята. Но это не фальшь, это вот действительно как фаска. Финиш сатин, мелкий поперечный. Спуски прямые, резать будут очень-очень хорошо. На этом ноже рукоять черный граб, вставка искусственный камень кориан, пропитка данишем. Наборный больстер Дюраль G10. С каждым ножом будет темляк из паракорда сбучный. Это раз. Второй нож, друзья, по клинку все аналогично, то же самое, то есть N690, 2/3 спуски, прямые, с фаской по обуху. Здесь разница в рукояти, то есть также граб, но акриловый композит на вставке. Размеры ножей, друзья, уточняйте, они плюс-минус будут отличаться. Общая длина 258, вот конкретно этого ножа. Длина клинка 131, 30 ширина, обух 3,6 и идет на сужение по фаске. Отличные работяги, друзья, на разделку, то есть для охотников, на природу, в поход сходить, пожалуйста, отработают себя очень и очень классно. На момент публикации будут, естественно, оба ножа в наличии. С ножными кожа, теснение, прошитые проклепаны на двух подвесах. И вот так сидят в ножнах.